Моцные морозы у Беларуси изменит резкая отлига. Прогнозуется, что литерально за сутки температура поветра повысится больше на 10 градусов. По прогнозах, размещенных на интернет-ресурсах 21 лютого, в нашем регионе будет каля нуля. Причем у ночь на неделю чакаются еще морозы до минус 12 градусов. Нагадаем, этот прогноз различен автоматично, без контроля специалистов и может измениться. Покуль же протягнутся холоды. У ближайшие сутки будет без опадков до минус 15 у ночи и от 6 до 8 морозов в день. У четверг слупки термометра опустятся еще ниже, минус 19 у ночи и каля 13 у день. Самой холодной будет ночь на пятницу до 23 морозу. Снегопадов на этом тыдне не чекается, невеликий снег махчимый вечером у субботу.